Приветствую, Беларусь! Здравствуйте, Велеслава! У нас в мастерской есть традиция, прежде чем инструмент паковать и отправлять, мы снимаем про него короткое видео, чтобы нам про инструмент осталась память, а будущий игрец услышал, увидел, как этот инструмент работает. Вот ваш большой дункар. И вот так он звучит. Низкий звук. Очень, очень вероятно, что микрофон гаджета, на который я сейчас снимаю, он немножко исказит звук, потому что звук очень громкий, а микрофон настроен на речь. Вот. Это был низкий звук, а еще есть звук высокий. Его надо губы сжимать сильнее, идут сильнее. Есть еще более высокие звуки, но обычно их берут только очень опытные трубачи. Вот. А низкий — это основной звук дункара. Вот. Также можно тон понижать, вот так вот, засовывая руку и понижая как бы тон. Смотрим, как это получается. Вот, довольно хорошо можно целую кварту понижать звук, вот, но при этом он становится еще немножко тише. А вот он, основной тон. Усердие вам в освоении. Напишите, когда получите инструмент. Сейчас я его продезинфицирую согласно нашим правилам и запакую в посылочку.